Первые игры играли, как сейчас вот, куда чего делось? Что делались? Еще Петя он иногда подводит. Повтори, что ж ты,
Хорошо! Ай, да хорошо, бля! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ай, ехай, бля! 23-й Пантелеев, молодец! Да-да-да-да-да, достал! Да, сам бы мог бы обработать и сам бы зарядил, а? Максим. Хорош, Олег. 5-0. Или в 5 голов. Да, мне сказали. Спасибо. Да, блин. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой, хорошо как! Ой-ой-ой, бля! Вот! Это просто-просто, это классика! Отлично! 5-0. Молодцы, ребятки! Вместе с футбольным клубом «Муром», профессиональным футбольным клубом «Муром». Ну, удачная игра в «Наталье», а? Максик, молодец, Максик, хорошо, Максик, хорошо сыграл, Максик. Да, да, да! Я, блин, вот так! Обыгрывали, там еще 5 человек. Они ни хера не подключаются. Кого там обыгрывают? Всю команду, она вся команда там. Написано 2-0-1. Ехай-ехай-ды! Ехай-ехай-ды! Вот это да! Боря! Боря! Ехай-ехай-ды! Вот это накатил, а? Ехай-ехай! Алло! Да? А тут чуть не 6. Динамо хорошая команда, неплохая. Ну, по-моему, 6. Я что тут не считал, но я явное преимущество не считал. Динамо, я тут помогу. Не туда ты заврёл, Боря, надо было спускаться в память. Ой, есть. Ну, они ещё хотят поделать. 5-0. Боря, гол забили, знаешь, да? Сейчас гол забили. По матч ТВ? Я сюда болел из-за Владимира, из-за Реала болел.
меня никаких претензий в отношении, как они с Мурманом играли. Претензии к результату. Ну, к результату, да. Результат-то нет. Болельщики расходятся, некорректно. 3 надо.